Фотограф не упускает ни одного интересного кадра. Прицел объектива, пару нажатий на кнопку, и красивые пейзажи моментально остаются в памяти техники, чтобы затем пополнить фотоархив Нефтекамской епархии. Для того, чтобы реализовать культурно-исторический проект, художественную фотовыставку с храмами и монастырями Нефтекамской епархии, а также издательство исторического буклета также по храмам и монастырям нашей Нефтекамской епархии. Пополнение фотоархива стало возможным благодаря выигранному гранту в конкурсе «Православные инициативы», в котором нефтекамские священнослужители принимают участие не первый раз. Мы смогли приобрести соответствующую фототехнику для того, чтобы можно было осуществлять выезды для съемок храмов и монастырей нашей епархии. И сейчас как раз идет реализация этого проекта. Наш фотограф епархиальный осуществляет выезды по означенным храмам, осуществляет фотосъемку. Собранный фотоматериал станет частью фотовыставки. Экспозицию планируют выставлять в картинной галерее «Мирас», а также в историко-краеведческом музее Нефтекамска. Также выставка будет путешествовать по крупным городам и поселениям, входящим в состав Нефтекамской епархии. Марина Медвинская, Никита Кабанов. Информационная программа «Ежедневник».